Ну вы, конечно, сам, ты вообще молодцы. Много продали? Продали много уже? О, вот это вы молодцы вообще, вы придумали. Слышишь, Саш? Поставили возле дороги стол импровизированный. Поставили яблоки на этом столе. И сидят два торгаша. Ну, одному 10 лет, другому 11. Только меня увидели, давай опять с удивлением. Яблоки, по 5 рублей. Я говорю, ничего вы, коммерсанты, придумали, молодцы. Много, говорю, продали тоже. Вчера 200 рублей заработали. Я говорю, ого. Так вас надо, говорю, в этот в поселок, говорю, на базар отвезти. Ну да, я говорю, а что не везут-то, не хотят. О, блин, коммерсанты, не могу. Молодцы. Вот так, ребята, у нас веселуха такая в деревне. Друзья, смотрите, завтрак для похудения. Ну, в моем случае, это завтрак и для похудения, и от болезни. Угу. Ячечко, омлетик на оливковом масле, ячечко с кокосовым маслом, свои огурчики, перчики, капусточка, укропчик, помидорчик и легкий компотик из яблок без сахара, ребята. Муа! Ставь лайк! Ну вот, ребята, плохая погода загнала нас в лес за грибами. Сейчас посмотрим, что нам приготовил лес. Да, Болгай, ищи грибы, помогай маме искать грибы, Болгай. Вот такой есть лес, смотрите, он прямо груздевый такой, да? Но сейчас что-нибудь найдем обязательно. Пожелайте мне удачи, ребят, чтобы я собрала целое ведро грибов вкусных. Ну вот уже обошла я половину леса, ну того, куда мы ехали, где обычно мы грузди собирали и маслята. Грузди есть, немного, но есть, но они все-все-все мокрые, червивые, прям разваливаются в руках, ребят. Жалко, вообще прямо, прям жалко. Ну вот что я нашла, смотрите.
Это у нас подберезовик. А рядом, наверное, поганочка. Видите? Сейчас разберемся, что это. Это же не то, ребят, зачем мы приехали. Смотрите, какой, видите? Ну что это, ребят? Вот так вот. Вот бы какой-нибудь красивый боровичок. Ну а это что? Я даже не знаю, что это такое. Я никогда не собираю грибы, которые я не знаю. Что это, ребят? Вы знаете? Напишите в комментариях, что это за грибочек. Я его, конечно, возьму домой и буду ждать вашего решения, что это такое. Болгай, 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 болгай. Мне просто интересно, может он заблудиться в лесу? Нет. Ты меня в поголосе пришел, синулька. Тебе еще богатин. Не уходи. Ну вот, видите. Вот такое плачевное зрелище в лесу. Видите, грусть большой. Видите? Весь червивый. И деток рядом нет. Никаких. Ну вот так вот они все такие, ребят. Причем дождь лил только вчера. До этого стояла, сами знаете, невозможная жара. Молились дождю, но его не было. Была прямо засуха-засуха. Ну вот тоже грусть. Видите? Вот сейчас раз. Ну, видите, он весь червивый. Видите? Вот они все такие. Откуда? Что это вообще? Ну, как так-то, а, ребят? Блин, как жалко. Вообще. Видите? Все червивые напрочь. Ой, надо звать Сашу, да выезжать из этого леса. Еще, наверное, в бор попробовать съездить. Может, там получше. Саш! Че, поехали? В бор доедем. Ну, здесь все червивые. Я нахожу много груздей, но они все червивые напрочь, вообще наглухо червивые. Ты нашел что-нибудь? Ну, у него-то всегда больше грибов. Не знаю, как он так собирает, блин. Смотрите, друзья, вот так вот вам прям напополам снимаю. А контраст справа лес такой там, ну, осины, березы. И слева уже мы заходим в бор. Ну вот, друзья, приехали в другой лес. Все тот же папоротник. И все так же нет грибов. Не знаю, на кого он туда смотрит и рычит. А здесь поляна прям лужи лисичек. Да кого ты там увидел, сын, или почувствовал, что ты рыкал-то, а? Кто там, болгай? Нет, он не кинется. Смотри, какая елочка красивая. Ляля. Ну, грибы-то вот есть здесь. Где? Ну, вот он. Ну, поганки есть. Если есть поганки. О, смотрите, какой. Как выворотило дерево. Само дерево увезли, что ли? Так, что-то я тут вижу. Ой, стоит под деревом. Ой, это этот. Как он, скажите мне. Ой, господи. Не знаю, в деревне его называют свинюшник. А он еще, по-моему, коровник, да? А они, по-моему, не бывают это червивыми. Но это коровник, да, вот смотрите, чистенькие, вредные грибы. Но немножко можно поесть. Обычно они семьями растут, коровники. Странно, почему он один. Ой, чуть не потеряла, болгай, твою эту. Так, а нет, вот он. Я думала, что попавшее дерево увезли. Не увезли, коровник.
Коровник нашла. Один. Хотя странно, они по одному не растут. Не, ну растут, но редко обычно. Их много. На одной полянке растет. Так, ну что? Забрели, блядь, какие-то дебри. Не будем попу мучить, пойдем обратно. Конечно. Если их нет, да? Да. Их нет, можно до бесконечности ходить. Они еще некоторые уезжают вглубь леса, думают, там точно есть. Но мы-то знаем, что нету. Если их сразу в лесу нету, то их нету. Ну там был черный, грустный большой. Вот они в единицы, единицы попадаются. Ну так разве это грибы? Ой, можно 12 часов ходить по лесу и два гриба найти. Я не люблю такие сборы грибов. Мне нравится. Ну ладно, хорошо, там не поляна. Но все равно, чтобы ты там шел и находил, находил, находил. А это что? В третий лес приехали, и грибов нет. Кого ты там все высматриваешь? А, уехала машина туда далеко. Пойдем там, пойдем. По дорожке. Ой, вернее, по этому. Машин сколько много по трассе. Сегодня воскресенье. Все с дач удирают в город. Я помню, мы тоже как-то так жили одно время. Ох. Пока я не сказала, все, стоп, туда-то карапузики. Больше никаких поездок. Ну все, иди ко мне. Иди сюда, кабан. Долгай. Иди сюда. Видишь, куда он идет? Видишь, что делает? О. Иди сюда. Видишь, что делает? Пошли. Нормальная собака, просто вообще не знаю, что с ней делать. Как только из леса начинаем выходить, видит дорогу, начинает на нее бежать, как сумасшедший. И даже не слышит, как мы его зовем, и вообще не реагирует. Скотина. А так страшно. Представляете, трасса. Машины несутся, как сумасшедшие. Едет козлина прям туда, бежит на машины. О, кошмар вообще, ужас. Давай, залазь, непослушание ходячее. А? Залазь. Залазь давай. Кабан. Ой, не могу. Блять, какой я противный. Ну что? Все. Грибники. Гагай, много грибов насобирал? Ну-ка расскажи нашим подписчикам, сколько у нас грибов. Расскажи, сколько ты грибов насобирал? Вот ты лично сколько грибов нашел? Долгай. А? Поехали домой? Ну, поехали. Первый раз такие дикие утки у меня. У меня всегда были утки, которые даже гладиться давали. Смотрите, как черноголовки наяривают. Листья от пекинской капусты. Молодцы мои. Сулейманчик. И ты молодец, Сулейманчик. Сулейманчик. Мне несутся, представляете, уже им 4 месяца. А мне не несутся. А мне обещали, что они в 4 месяца начинают нестись. Видите, как они... Мясные, которые несушки мясные. Видите, какие они огромные. По сравнению просто с несушками обычными. Ну, понятно, что они на фабрике худые, дома-то они. Вон, видите, какие-то фабричные. Видите, какие малюсенькие прям несушки-несушки. А эти вот какие огромные, реально мясные. Петухи так вообще отдельно в еду продаются, представляете? По 800 рублей, по 1200 в еду петухи продаются. Петухи вроде как очень вкусные.
Вот они как сильно хорошо листики едят. Молодцы мои. Сулейманчик. Сулейманчик. Как твои наложницы поживают? Где яйца, Сулейман? Ты здесь главный. Вот весь улов, ребят. Представляете? Ляля. Таких бы ляли пару ведер, да? Вот так. Нет в Сибири у нас. Во всяком случае, в Сибири, на северной стороне, грибов нет.